Закоутки в концертном зале «Рассвета» звучат не просто так. Здесь, отбросив все домашние дела, собрались более 200 бабушек и дедушек. У них активных и нарядных в лексиконе и нет такого выражения «пожилой человек». Свой праздник они называют «День добра и уважения». Всем спасибо за такое мероприятие. Конечно, нам, людям, в таком возрасте праздник добра и уважения, он чувствуется, нам очень приятно. Приятно тот момент, когда нас молодые люди встречают, провожают, поддерживают. Это очень-очень приятно. Свой праздник мудрости они ждут целый год, и чтобы вдоволь пообщаться со старыми знакомыми, и чтобы показать себя во всей красе. Сегодня по доброй традиции поют и танцуют лучшие коллективы города, а со сцены поздравляют и мэр, и депутаты. От всего сердца, от чистой души поздравляю вас с праздником. С праздником уважаемых людей. От имени всех горожан, от имени улан-удэнцев выражаю вам огромную благодарность за вашу заботу, за ваш труд, за вашу мудрость, за активную жизненную позицию и за ту большую работу, которую вы делаете по воспитанию нашего молодого поколения. Чтобы поприветствовать наш опыт, нашу мудрость, мы наших уважаемых ветеранов с этим замечательным праздником добра. И сказать им огромное спасибо за все, что они сделали. Пожелать им только здоровья и удачи. Мы всегда рады их видеть и всегда видеть задор в их глазах. День пожилого человека в нашей республике отмечают уже 29-й год подряд. И каждый раз этот праздник пополняется добрыми традициями. В этом году на сцене ветеранов и тружеников тыла наградили благодарственными письмами и сладкими подарками. Екатерина Елистратова, Даниил Дурхисанов. Новости дня.